Итак, представляем вашему вниманию дубового пилильщика. Очень редкая вещь, то есть не редкая, но видят его люди мало. Идет он в крону вечером, прямо гуськом по стволу поднимается к листьям. Всего вчера наш специалист в 9 вечера ловила в парке пилильщика. Вот теперь мы имеем возможность его рассмотреть. Очень напоминает соснового пилильщика. Листья объедает быстро. Сейчас я вам покажу, что происходит после того, как листик заканчивается. Вот так объедает все буквально. Обратите внимание, как быстро он объедает лист. Миллиметр снимает примерно за несколько секунд. Видимо, одна гусеница способна уничтожить один лист за день. На дубе их сотни, может быть, тысячи. Такое прожорливое существо. Думаю, что при большой вспышке дерево может вполне погибнуть, потому что тут восстанавливается очень плохо, а листья могут быть объедены все под ноль. Чтобы ознакомиться с биологией дубового пилильщика, заходите на сайт агропромышленного комплекса Vitus, АПК Vitus. Ждем вас в гости.